Всем доброе утро. Всем привет. У нас сегодня... Чего? Я тебя не отпущу. У нас сегодня такой классный день. Сегодня будет плюс 24. И солнечно, и в общем вообще классно. Облака, конечно, есть. Не знаю... А, так не видно будет. В общем, мы будем сейчас завтракать. Вернее, Коля будет завтракать, а я уже покушала. Да, сейчас кушать перепелиные яйца. Коля чистит перепелиные яйца. Я, наверное, тоже штучки три съем сейчас. Ну, у меня как-то плохо их получается чистить. Давай, я почищу. О, давай. Вообще будет хорошо. Видишь, они как-то... Ну, они с пленочкой там внизу, да, как бы с этой. Но все равно они это... Короче, неплохо чистятся. У меня еще он остается, всякая эта фигня. Надо их мыть потом еще. Короче, надо почистишь, да? Да, почищу. А я вчерашнюю, которую мы купили, я ее сейчас... Да, буду... там еще так много осталось. Да, сейчас я ее буду потрошить. Потрошить. О, тут еще и осталось бедро, крыло. А я сейчас буду... У нас тут целый подоконник фруктов. Я их сейчас помою. И я, наверное, фруктики покушаю. А я киви, потом еще сверху на курицу. Кстати, киви, оно мягонькое. Ты так специально набирал или оно вчера твердое было? Нет, я специально набирал мягенькие. Вот, в общем, буду сейчас я все мыть. Уже подготовила там таз. У нас вот такой большой таз для фруктов. Я его помыла. И здесь у нас еще два апельсина лежало. Будет еще здесь оно лежать. Я буду чай. А чая нет. Ну, так у нас есть чай. Где-то там вон чай есть. Это который надо заваривать. Ну да. Ну есть и такой в пакетиках. Да, Липтон. В пакетиках заварим потом. Так. Ой, там что-то еще. А, вот еще есть пакетики. Ну, давай. Давай я тоже буду чай. Нет, я буду кофе. Один пакетик тебе. Я кофе уже сегодня пила, поэтому... Кофе я не буду. А, даже вот так. А он еще и зелененький чай там есть. Да. У нас вообще на любой вкус прям. Да, так, надо яйца почистить сначала. Да, мне три. Еще три? Мне три. Нет, не еще три, всего три. А, всего три. Вот так. Вот. Ну, и тебе три. Шесть штучек надо чистить. Давай, чисти и будем кушать. Вот такой вот у нас завтрак-обед. Салатик здесь... доедим. Да, здесь не хватает еще киви и бананов, вон они лежат. Просто я сел кушать, как бы уже... Да, я фрукты стою мою, Коля говорит, давай уже потом киви помоешь. Да, как бы осталось маленько помыть, пускай потом... Да, так как я киви не кушаю, я буду вот да, кушать. Да, фруктиков у нас много, целый таз будем есть. Еще у нас вчерашний салатик доедаем, яички перепелиные. И Коля там себе положил полноценный обед. Курочки там наложил, да, всякой там фигни. Мне так нравится погода у нас сегодня вообще. У нас первый день сегодня так тепло. За все лето, хотела сказать. Ну, сегодня уже 12 июня. И вот первый раз у нас так тепло. Мы сейчас покушаем и, наверное, пойдем куда-нибудь, да? Да, а потом придем и будем наконец-таки тефтели делать, которые мы со вчерашнего дня хотим сделать. Ну да. Ладно, в общем, будем мы кушать. Всем, кто тоже кушает, всем приятного аппетита. Мы вкусненько покушали. Очень. Знаешь, что мне интересно? Mm-hmm. А зачем мы вчера огурцы купили? У нас целая куча огурцов выросла на балконе. Mm-hmm. Не знаю, что были. Я-то, видишь, там за балконом вообще как бы, ну, не слежу. Я думал, ты там, смотри, установить. Ну, это, обновление вышло. Mm-hmm. А ночью тебе установить сам. А, да? Да. А вот, попытается установить это обновление сегодня ночью. Mm-hmm. Попытается. Мы сейчас, в общем, немножко отдохнем. А то мы так устали кушать. Да, прям его стал жевать уже, вообще капец, поэтому... Может, сейчас что-нибудь включим, минут 20 посмотрим? Не, мы ничего включать не будем, мы сейчас просто полежим. Я, может, даже с закрытыми глазами.
А я что-нибудь включу и посмотрю. А может быть, я и усну. Ты можешь? Мы сейчас полежим. Ну да, я могу. После обеда поспать прям. Ты только что проснулся и пошел завтракать. Это у него завтрак-обед был. Милое дело по это. Не, потому что я сегодня в ночь пойду на работу, поэтому как бы я, конечно... Посплю еще, да? Не, ну в смысле то, что я спал подольше. В общем, я вот смотрю на улицу, там такое солнышко прям вообще, прям аж манит на улицу сходить. Поэтому мы сейчас скоро уже пойдем куда-нибудь прогуляемся. Мы сейчас это, да. А куда пойдем опять, будем сейчас 3 часа решать. Такое ощущение, да, что я, короче, твой этот... Сынок, я тут такой на голову держу, я такой лежу. Куда пойдем гулять? Ну да. Ну как обычно, у нас же всегда как обычно, куда глаза глядят. Ну туда идем. В общем, ладно, скоро включимся еще раз. Мы поехали гулять. Кататься. Ай, я свою кепочку одела. А я свою. Новенькую. Свою старую я одел. Без пумы. Мы пока еще не решили, куда мы поедем, поэтому по дороге разберемся. Ну, как обычно, ну, можно уже об этом и не говорить, все уже знают, что, ну, как обычно, разберутся по дороге. Че тут круги? Наматываем, да? Мы решили поехать помыть машину. На улице как раз погодка хорошая, чтобы, ну, ездить в чистенькой хочется. Поэтому поедем, помоем. Ты сам, да, будешь мыть? Ну, там, да, на самомое хочу попробовать, как бы это, как это там. Там вроде, ну, быстренько все это дело делается. 10 минут, и все готово. Ты просто сидишь, да, в машине. Сейчас посмотрим, какие 10 минут. Сейчас попробуем, ну, если получится. Приехали мы на мойку, а здесь очередь. В общем, мы не будем ждать, а поедем погуляем где-нибудь, да? Да, поедем куда-нибудь погуляем, потому что капец ждать. Да, очень долго ждать. Поехали. Такая вот мойка, мойка номер один. Угу. Поехали дальше. Долго мы сюда ехали. Ну, капец вообще, просто так. А мы еще в пробке постояли даже. Я сейчас покажу. Вот в эту... Вот машины, в общем, едут. Тоже поток такой большой. И мы также ехали. Ну, сейчас уже, кстати говоря, как-то поменьше, да, или кажется? Да нет, у нас с видом поток такой идет. Просто нам до светофора горит. До светофора. Все-таки мы заехали на мойку, и Коля моет машину. А я сижу, жду его. Сказал, что 10 минут. Ну, не знаю, справится он за 10 минут или нет. В 6 минут начал мыть, уже 11. Управился за 17 минут. Такие тут повороты резкие. А ты так гоняешь. Я быстренько, видишь, как помыл за 17 минут. Это нормально. У нас столько бабочек летает белых. Прям вообще. Да, еще всю дорогу сколько едем. Зеркало бы еще кто-то не закрывал мне. И все еще было бы отлично. Мы сейчас поедем, заедем в Rich Family, потому что мы тут по пути. Посмотрим, может, там что-нибудь интересное есть. Угу. В магазин заехали, взяли водички попить. Я себе взял Нести лесные ягоды. Да, Нести же переименовался потом во Фьюсти. И сейчас вот опять Нести появился. Значит, Фьюсти скоро исчезнет. А я себе взяла вот такую бонакву лимонную. Зашли мы в Rich Family. Опять мы с бородой. Максиму хотим что-нибудь взять.
но вот только пока не можем найти что. Пистолетом урана, брат, он нам глаза поубивает этим пистолетом. Ну да. Надо сейчас посмотрим. Машинок у него тоже много. Ну да. Это что? Это, да. Арена для сражений. Ничего себе. А, это вот, наверное, для вот этих штуковин. Для волчков. Да, наверное. Я думаю, знаешь, что можно ему взять? Руку. Да, ну, нет. Квадрокоптер. Играет, что, мне кажется, ему неинтересно будет. Нифига, он вертолетом как дома играет. Прямо играет. Поиграл, сколько дней он играл у него. Ну, видишь, не может он управлять, у него начинает лететь, все урезается. Так вот, потому что рано. Нет, квадрокоптером поудобнее управлять. Он так как вертолет не летит, куда попало. Я думаю, можно, да, взять коптером. Какая у нас есть? Он, кстати, себе хотел, знаешь, что? Костюм полицейского. С Рублевки? Когда мы были в том Rich Family, в другом филиале, он там увидел костюм и захотел. Ну, они все большие костюмы эти. Черепашка, ниндзя, он костюм. Угу. Да не это. Не то. Телескоп шпиона. Ну, это типа бинокль, я так понимаю. Фокусное расстояние 50-300 метров. Шпионить будет. Что он такой дорогой? Так он увеличение в 6 раз всего. Вот это, блин, мало. Там бинокль, который я смотрел, там увеличение в 50 раз. А вот смотри. Ремонтником быть напихает себе он это инструментов. Да не, он дома будет там что-нибудь нам это. Чинить будет там что-нибудь. Что-то за накосилку, кстати говоря, вот эту вот. Каждый раз смотрит, когда мы приходим. Ну, сюда. Только она для маленьких. Ну. И чё, как он вообще работать, я чего-то так и не понял. Ну, походу, она тут уже сломанная. Ну, ты понимаешь, что она как-то вытягивается, крутится, вот тут ещё это. Если же видишь, всё вытянуто. Ну, вот есть ещё одно. Вот, тянешь вот так, смотри. А, типа заводится она. Вот ну, это что такое? Это надо заливать сюда, наверное, этот бензин. Не будем ломать. А как она, я не понял, работает? А, типа вот этой лейкой, наверное, воду заливаешь. В бак тот. И она вот здесь типа выливается или что? Не знаю. Здесь что? Что ты ломаешь, зачем? Да это просто эти заглушки. Здесь тоже что-то непонятное. Как она просто, ну, ей работать, я так и не понял. Вот так вот просто катать или что? Ну да, какая-то непонятная вещь. А, подожди, вот эта вот штука снимается отсюда. Вот. Вставляется вот сюда. И вот она на колесиках ездит. Да, 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 да. Вот это она. Совсем для маленьких. Да, конечно. И он каждый раз ее смотрит. Ну, ему интересно, потому что... Ну, пойдем, ладно, дальше. Он любит у нас разные каталки. Кстати, помнишь, мы тачку ему покупали красную такую, на трех колесах? Ну. Он до сих пор спрашивает, где она. Она в гараже валяется. Да? Надо ему привезти, а то он каждый раз просит ее купить. Ну, говорит, ладно, а где моя тачка? Давайте новую купим, раз той нету. Копилка. Которая кушает денежки. У нас уже есть одна. Ну, нифига себе. Вот
Макс сказал, что у него когда-то копилка заполнится, надо будет еще одну покупать. Что-то мне кажется, мы тут ничего ему не найдем. Интересная штука была. А это что? Головоломка, загони шарик. Вон там внутри какой-то шарик. Ну чё? Ну, не знаю, что пойдем. Долго там. Мы тут будем еще ходить? Пойдем там, посмотрим еще что-нибудь. Квадрокоптер, да, все-таки ты хочешь? Ну, просто пойдем посмотрим. Ну, пойдем посмотрим. А, вот так. Пришли мы в конструкторы железные. Оп. Оля разбирает витрину. Нет, я просто смотрю. С вращающимися винтами. Ну такой можно взять с этих, слушай. Ну я думаю, что ну вот это будет больше интересно. А вот еще смотрим этот. Потому цветок. Что он разноцветный и можно разные собирать. Просто железный, мне кажется, ему не так интересно будет. А вот такой с разноцветными деталями будет классно. Я думаю, что он соберет вот такую машинку и будет ей играть. Он же любит у нас все это крутить, винтить. Вот. Он, кстати, тяжелый такой конструктор этот. Здесь тоже все бесцветное. Давай возьмем такую механик. Давай. Что там? Набор инструментов, 5 моделей на выбор, 275 деталей, 6 плюс. Ну давай такую возьмем. Вообще я бы взял, вот у меня в детстве был прям один-один. Вот такой вот. Ну, я не помню, где он. Ну, я помню, что я что-то такое типа собирал. Типа экскаватор, чей он там был, не помню. Что-то такое было. Я бы вот взял подъемный кран. Вообще круто. Мне кажется, ему понравится подъемный кран больше. Думаешь? Он же все любит подъемный кран. Башенный кран. Ну, башенный кран. Шпалоукладчик, мостовой кран. Ну, башенный кран. Просто здесь, видишь, ну, вы, получается, соберете. Если этот кран брать, вы его, получается, соберете, и он уже не сможет ничего там откручивать, закручивать. И здесь он может открутил, здесь где-нибудь в другое место что-нибудь прикрутил. Ну, давай такой возьмем, потом, если что, еще возьмем. Надо витрину обратно собрать. Берем такую, да, тогда? Да, давай эту возьмем. Три. А, это три, это 6 плюс. А это что, тоже конструктор? Да. А, это тоже конструктор. Со светом и звуком, ничего себе. Ну, да, конечно, может. Ему такой интереснее будет. 3 плюс. Ну да. Если он нормально собирается и крепится. Давай посмотрим. А то если он будет так. Весь разваливаться, не будет интересно, я что думаю. У нас? Так, получается, здесь, здесь, кузов сюда, сюда. Ну, он такой, знаешь, ну такой, мне кажется, он не соберет железный. Так ты вместе будешь с ним собирать. Не, ну понятно, что вместе, но все равно он... А такой, я думаю, он сможет собрать. Ну, можно и такой взять. И тот, и тот возьмем? Нет, один какой-нибудь. Давай для начала возьмем железный. Если ему не понравится, то возьмем туда потом такой. Ну, давай. А здесь вообще что-то непонятное. Здесь я даже сам не могу понять, как это вообще собирается. Как соберешь, так и соберешь, наверное. Это просто вообще, что это такое? Робот-муха это. Конструктор на батарейках. 6 плюс. Да тут не 6 плюс, даже я не понимаю, что такое. Все, пошли мы на кассу. Мы решили поехать прогуляться на столбах. Вот. Но перед этим мы хотим заехать в магазин. Коля хочет мороженка покушать. Вот. Ну так буквально чуть-чуть прогуляемся. А я думаю взять каких-нибудь семечек или орешек, кого-нибудь можно.
Китае есть был много раз. Но ни разу вообще вот днем не был здесь. Да? Да. Первый раз я здесь днем. Ну, потому что вечером, видишь, красиво, что огоньки везде горят, там светло. Днем тоже красиво. Я думаю, не менее красиво, чем вечером. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас вам тоже покажем. Там очень классный вид. Такие вот тут скамеечки стоят. Вдруг кто-то устал идти. Здесь это памятник даже есть тому, кто делал здесь все это дело. Бабочки эти белые даже тут летают. Капустницы, что ли? Не знаю, наверное. Сейчас мы поднимемся туда, на самый верх. И я уже там поснимаю. Ну вот, мы уже пришли. И вот такой вот там обрыв резкий. И вот такой вот тут красивый вид. В одну сторону и в другую. Туда тоже. И здесь вот царь рыба. Блин, эти можешь пиздеть? Можно туда спуститься, но мы с тобой обычно раньше туда спускались. Там что-то людей много очень. Можно здесь спуститься. Да, такой вид. Ветер, да, ветер, ага. Все фоткаются. Он так высоко здесь так. О, смотри. Там, кстати, кто-то плывет. Не знаю, что они делают. Но мне кажется, им классно. Ну, красиво вообще здесь. Да. Лес такой прям. Горы, лес. Людей много, конечно, сегодня, да? Вечером меньше людей. Да, вечером практически здесь никогда никого нет. Замочки висят. Ну, там, смотри, вообще полно. Да. Пофоткались, идем обратно. У нас такая жара, как будто плюс 30. На солнышке, но вообще прям тепло-тепло. Прям, ну... прижигает даже. Прям жарко. Там, ну, дорога. Это очень круто. Мы сейчас домой поедем. Да, сейчас мы по этой дороге поедем домой, пока вверх. Да, в обратную сторону. А мы домой поехали. Хочешь домой? Ну да, да, надо ехать уже домой. Надо еще кушать приготовить. Да, надо еще кушать приготовить и это. Ну и все, и на работу ехать. Да, Коля сегодня еще работает. Коля уже уехал на работу, а я сейчас буду монтировать это видео и буду уже отдыхать. Поэтому буду видео сегодняшнее заканчивать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока, до завтра.